Уже 40 лет я мечтаю о кругосветном путешествии, а мне 0,52 года. А эта бочка 2021 года уже была в Европе, в Америке, в Азии, Китае, Индии, Австралии, Новой Зеландии и Бразилии. Но она не была, это дистрибьюторы. Ну, в принципе, какая разница? Главное, что она, в отличие от меня, уже больше увидела мира. Вот такая вот несправедливость. В той стране, в которой я живу, не то, что куда-то уехать. Тут даже, а дальше должны присутствовать нецензурные слова, которые я говорить не буду. Вы со мной согласны? Желаю вам успехов и с наступающим Новым годом!